Это дополнительный матрас, который кладется на диван. Пуховый, по-моему, да, очень приятный, мягкий матрас. Вот. Вот такая же отдельная кровать, полноценная вполне. Очень удобно. Друзья, еще раз. В односпальной вилле могут поместиться 5 человек, 2 взрослых, а то и 3 взрослых и 2 детей. Устанавливается в гостиной зоне вот такая вот дополнительная кровать. Она прекрасна, она полноценна, с замечательным матрасом, пуховыми одеялами, подушками. То есть, ну, просто все великолепно. Все шторы закрываются, и все становится очень удобно. И 2 дополнительных места обычно для детей накрывают вот здесь, на этих диванах, которые обычно используются как сидячая зона в гостиной. И вот так они прекрасно выглядят. Все это убирается утром на целый день и можно использовать в гостиной по назначению. Вот такой прекрасный сетап в гостиной для 3 дополнительных человек, помимо спальной, которая для родителей.